Друзья, последний гимн, который оркестр исполнит, называется «Живая жертва». Сегодня мы много слышали вчера о Христе, о Иисусе, о прекрасных характеристиках. И кто-то может сегодня уйдет от общения и забудет об этом, и в его жизни ничего не изменится. Но не этого желает от нас Господь. Господь желает, чтобы наша жизнь менялась, чтобы наша жизнь становилась прекрасней, чтобы мы больше и больше были похожи на Иисуса Христа. В 1 Иоанна 3 главе 16 стихом написаны такие слова: «Любовь познали мы в том, чтобы то, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев». Христос показал нам Свою любовь, и мы должны поступать по Его примеру. В этой песне, эта песня будет на английском, здесь такие слова, она больше как идет молитвенная песня. И это просьба к Богу: «Господь, мы приходим к Тебе с радостью. Ты показал нам, как любить и как жить полноценной жизнью. И, Господи, помоги нам прощать, помоги нам любить, так как Ты возлюбил нас».